Приветствую вас. В этом видео мы разберем радиопереговоры. Точнее, доклад перед прибытием в порт. Допустим, ситуация, вы на мосту, то есть это видео для штурманов, да? И вот у вас есть доклад перед подходом в порт. То есть вы пришли, судно пришло, вы докладываетесь портовским властям. И здесь в этом видео будут фигурировать несколько моментов. И один такой достаточно спорный момент, ну то есть хитрый момент. Но это в видео, я на него укажу. Итак, мы опираемся на субтитры, но поскольку в основном мы должны здесь слушать. Почему? Потому что субтитры слышат некорректно. И здесь как раз важная часть заключается в том, что мы должны правильно улавливать, о чем идет речь. Но исходя из того, что мы знаем, в какой порт мы приходим, что от нас требуется, на каком канале, кого нужно и где звать. Вот, поэтому эти моменты у нас как бы будут уже изначально проработаны и понятны для нас, да. Поэтому в той ситуации, когда вас кто-то зовет и вы кого-то зовете, если вам что-то непонятно, вы можете переспросить. Но те моменты, о которых вас спрашивают, вы уже к ним готовы, и поэтому с ними вы можете работать. Итак, давайте прослушаем, что здесь в этом репорте фигурирует и как мы его можем использовать. Поехали. Port service. This is Korea. How do you read me? Over. Вот стандартное. Вы вызываете port service. This is, вы говорите, motor vessel такой-то, такой-то. How do you read me? Как вы меня слышите? Слышите ли вы меня хорошо? How do you read me? Port service. This is Korea. How do you read me? Over. Korea. This is port service. I read you excellent. Over. I read you excellent. Korea. This is port service. Да, то есть вы услышали ответ, то есть вам ответили, и она говорит I read you excellent. Я слышу вас excellent. Превосходно. Здесь же, да, субтитры нам пишут Джексон. Конечно, речь ни о каком Джексоне тут не идет. Слышу вас превосходно. Over. Over. Port service. We pass Alpha Island on starboard side. Distance 1.5 miles. Over. Итак, следующий момент. Что он здесь говорит? И важный момент, да? Смотрите. Port service. То есть он обращается, говорит we passed. To pass значит проходить. Здесь прошлое время окончания ди. We passed. Мы прошли. Alpha Island. Остров Альфа. On starboard side. По правому борту. По правому борту. Distance. Average excellent. Over. Port service. We pass Alpha Island on starboard side. Distance 1.5 miles. Дистанция 1.5 мили. Distance 1.5 miles, 1.5 мили, да, over. То есть это точка доклада, потому что вы знаете, то есть когда у вас уже по планированию маршрута, да, все точки уже на электронных картах отмечены, и вы проходите, и у вас здесь точка доклада. Вот вы прошли, и вы говорите, я прошел такой-то остров, и на такой-то дистанции. То есть точка доклада.